Так, окей. Главное крошить быстрее. И это, кстати, ребята как раз из новой организации, которые мне были и нужны. У них очень прикольные детальки, и я очень хотел их давно получить. Блин, но меня тут разнести могут таким образом. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернемся в замечательную игрушку под названием TerraTech, так как в прошлой серии вам все так же понравилось. И, ребята, в прошлой серии мы с вами встретились о том, что мы переделали машину, опять же, выполняли задание, и почти, кстати, выполнили задание. Самое главное, выполняли задание Adventure, потому что скоро второй левел уже их будет, это очень важно, это очень нужно мне. Но самое главное, что почти что закончили ГСОшные задания, сегодня будет четвертый уровень ГСО, я даже без понятия, что я за это получу, очень интересно, поэтому сегодня будем этим заниматься. Плюс здесь немножко перестроил вне серии механизмы, сделал вот такую штуку, чтобы она в итоге переплавляла. Если вдруг случайно лишний ресурс сюда загоню, то поставил сортировщик. Но самое главное, это регулятор темпа. Офигительная штука, на самом деле. Сейчас я покажу, как она работает. И она мне дико помогла вообще в скорости заработка моего. Благодаря этому регулятору темпу реально можно делать офигенные штуки. Ну и плюс поехали сразу выполнять задание, потому что у меня есть задание на сбор титанита. И поэтому сейчас сразу же за ними и поедем, если здесь вдруг где-то близко еще есть титанит. Единственный минус, что я немножечко подрался с врагами и слегка потерял свои минометы, так как у меня в этот момент оказалось, что не хватает энергии, когда я с ними сражался, и в итоге у меня ни одного ремонтного поля, ни защитного, ничего не было. В итоге мне большую часть моих минометов отбили, так что нужно будет потом купить себе еще парочку, как только я их найду. Самое трудное, конечно, их найти. Кстати, мне писали в комментариях по поводу того, что я вот эти базы не забираю и тому подобное, же дофига ресурсов и всякого такого. Я специально эти базы не забирал по той причине, что это же какой-то сложный механизм такой, и он что-то из себя представляет, для чего-то он нужен, что-то он переплавляет и что-то уже готово. Я хотел вот изучить сначала, посмотреть, как оно работает, а потом уже забрать эту базу. Вот как-то так примерно, поэтому я их не забираю. Я знаю, что я могу вот так вот сделать и забрать любую базу, которая стоит на якоре. Это понятное дело, я это уже давно знаю. Вы мне об этом подсказали уже, наверное, во второй серии где-то, и я за это поблагодарил вас, и... Все такое, что вы мне годные вещи советуете. Просто некоторые вещи я не хочу забирать, поэтому их не забираю. Вот и все, достаточно просто. А вот и собиратель титанита у нас выполнено с заданием. Достаточно быстро, на самом деле, я выполнил что-то. Так, и что у нас прилетит? Что-то новенькое вроде, да? Так, вот это что такое? Переработчик ресурсов, а нет, это все было. Вроде как все старое приехало. Единственное, что я не совсем понял, почему сейчас стационарные печи-генераторы не вырабатывают энергию, если они стоят по итогу у нас, знаете как... Стоят у нас на нашей машине. Я в итоге ставил на свою тачку, хотел, чтобы у меня, если что, я буду собирать древесину, вырабатывать энергию альтернативным путем, но это не работает. А если поставить на землю, то все начинает снова работать. Это немного мне непонятно было. Видимо, так не работает. По итогу вот как-то так получается. Странная тема, ну да ладно. Может быть, что-то я просто не понял, может, мне подскажете в комментариях по итогу, почему я не смог вырабатывать энергию прямо на себе, ставя стационарные генераторы. По идее, логично, что стационарные генераторы не должны позволять мне делать такие вещи, но раньше-то это работало. Я до этого играл, я ставил на себе стационарные генераторы, и всегда я добывал энергию. В этот раз что-то идет не так. Так, надеюсь, на меня не нападает пока, чувак. Нет, не нападает. Так, сейчас подлетим. Я сделал в итоге машину настолько большой, настолько на самом деле неудобной, что порой могу застревать. Но что поделать, это как бы излишки нашей машины. Потом я ее переделаю, понятное дело. Следующая машина у меня будет полностью на деталях Гео или на Венчур, но это уже будет позже, понятное дело. Сейчас я пока что этим заморачиваться не буду. Так, поехали в область задания следующего, она где-то там, плюс ресурсы сейчас закинем и заодно покажу, что я хотел вам показать по итогу-то. А вот и база, смотрите, сейчас берем такие, закидываем кучу блоков, и смотрите, на какой огромной скорости сразу все будет сейчас у нас перелетать. Смотрите, просто на гигантской скорости сразу же все раскидывается, сразу же все раздается и тому подобное. И сразу же мгновенно практически идет на переплавку. Это офигительная штука, мне очень понравилось. Регуляторы темпа, просто 10 из 10 тема. Все очень быстро продается, все очень быстро переплавляется. На этом реально уже можно строить какие-то более интересные, более сложные механизмы. Но это уже будем потом делать, пока что пусть остается так. Так, и поехали тогда выполнять задание на ящик. Надо будет его найти, тем более, что у нас совсем чуть-чуть осталось до третьего левела ГСО. Дальше должны будут появиться какие-то очень любопытные штуки для нас. Так, нифига там чувак минометит по мне. Так, слушай, давай-ка, о, это Венчур, офигенно, слушайте, плюс детальки от Венчур. Так, потом на обратном пути их заберу. Хотя можно, в принципе, и сейчас воткнуть, что я все равно потом обратно поеду, что сейчас фигану сюда, да и все, столбик. Пусть собирает энергию. Мне, кстати, некоторые пишут, почему я, говорю, не ставлю себе вот эту тему прямо на машину, потому что гораздо проще, гораздо удобнее ставить себе
ставить вот эти блоки таким вот образом. Так, потому что я могу свободно регулировать место, куда я могу его поставить. Вообще в любое место могу сразу же поставить без всяких особых сложных махинаций. Господи, сейчас бы еще на гору залезть на моей машине, это было бы вообще великолепно. Я бы какой-нибудь Бигфут хотел сделать, но это можно сделать на детальках, конечно, от Гео, но это как-нибудь потом. Ладно, сейчас попытаюсь заехать в область нормально, то тут, видите... сколько всего, да как. Так, ящик находится где-то здесь, надо будет найти ящик. Блин, за минуту надо ящик найти, блин, ненавижу я задание, вообще никогда в играх не любил задание на ограниченное время. Ну, хотя бы ящик вот здесь лежит, его видно, хоть и ночью, но я увидел все же. Так, давайте забираем. Что в нем будет, интересно. Владелец ящика еще не вернулся, добыча принадлежит нам. Ну, тут, в принципе, ничего интересного, самое главное, что выполняем квесты. Так, ладно, забираем детальки снова, опять же. Я, кстати, купил себе дополнительные еще черные дыры, чтобы в случае чего вот так вот их постоянно где-то ставить. Так, пойду пока ресурсы соберу. О, новые товары на базе появились, отлично. И, кстати, ребята, да, знаю, что мне, наверное, пишут, что я вот так странно разместил сборку груза, но это самое более-менее приятное размещение было. Знаю, что блоки могут выпасть, если я буду ездить на большой скорости, но эта махина никогда не наберет большую скорость, поэтому с нее ничего не упадет. По этому поводу я не переживаю. А плюс дополнительные ячеечки мне не помешают на моей машине, она и так целую тонну вешает, поэтому что и куда ей там разгоняться-то? Надо будет самое простое решение, самое легкое решение моих проблем было бы поставить еще парочку ракетных ускорителей, но для этого надо венчур раскачать. Поэтому со временем мы сделаем все круто, со временем мы сделаем все классно, но сначала надо закончить раскачку венчура. Кстати, у меня, по-моему, заданий пока нет. Два задания на ГСО, которые сегодня как раз мы должны выполнить. Это совсем как-то хреновенько будет, потому что я хочу до 4 левела ГСОшку докачать, посмотреть, что же там по итогу откроется. Поэтому сейчас поедем выполнять уже задание ГСОшки и, возможно, что-то откроем новое. Так, поиск заданий в области, ух ты. Ящик с секретом и шпана еще появились. Так, берем, и что у нас здесь? Так, что за новые товары? Ух ты, минометы подъехали. Так, надо будет минометов купить. У нас денег, благо, дофига, поэтому я могу себе позволить такое дело. Так, гиростабилизатор, интересно, для самолетов, по-моему, штука нужна. Так, а чё, не появилось никаких, каких-нибудь тяжелый ускоритель? Блин, третий уровень Гео нужен. Блин, офигенно было бы сейчас его поставить, какой-то офигительный ускоритель. Я даже такой ни разу не ставил. Очень уж любопытно мне. Ладно, сейчас к тачке приделаем пушки. Ух ты, господи, сколько здесь врагов-то у нас собралось. Надо всех покрошить. Так, хорошо, что мы сейчас энергией более-менее зарядился. Новые минометы стоят, так что урон будет сейчас колоссальный. То эти, конечно, маленькие пистолетики наши хорошие, но недостаточно, чтобы быть супер хорошими. Лучше уж все же минометы ставить. У них огромный радиус поражения, довольно-таки солидный урон. Поэтому мне не очень нравится. Плюс вот эти штуки клевые, но... эх... у меня их не так много пока, но потом будут. Самое прикольное, именно что мы башню вот так строим, это позволяет стрелять очень далеко нам. Вот именно из этих пушек они особенно дальнобойные, мне это дико нравится. Поэтому я их так и оставил. Поэтому башня, в принципе, у нас строится танк именно вот так, а не в ширину как-либо. А именно в высоту я его стараюсь сделать, чтобы мы как можно дальше могли дострелить. Ну, будут еще другие вариации машин, вы уж не переживайте, что именно у меня такая, например, машина. Я сделаю какую-нибудь еще другую обязательно. Это слишком скучно на одной машине все время ездить в этой игре, когда позволяет игра сама по себе построить еще кучу вариаций. Так, вы что-то какие-то совсем дерзкие. Ой, вот этот опасный чувак из-за того, что у него куча батарей. Если такой в меня вмажется, будет ГГ, наверное. Так, это надо будет потом забрать, барахлишко всякое, да? И остался там кто-то еще, последний враг. Сейчас мы ему напинаем, или он сам к нам выйдет. А он сам к нам поехал. Ну, так удобнее гораздо. Так, только от батареи свои от меня подальше держи, пожалуйста. Не хочу получать такой огромный урон из ничего. Так, все готово, и поздравляем, ГСО выдала вам лицензию 4-й категории. Теперь эти блоки можно купить на торговой станции или создать с помощью ГСО-фабрикатора. Ну, броня, четверной блок и какая-то еще броня, судя по всему, да? Угловой полублок и... ой, это что такое? Пушка-отражатель? Это что еще такое? Вау! Выглядит офигительно! Стоп, я хочу это поставить на себя, подождите, что это за пушкенция такая офигенная? Я хотеть. Что это такое? Так. Убираем все эти бластеры нафиг. Так. Ага, тут то есть еще и колеса мешают. Так. А все равно не могу даже поставить. Стоп, она вообще какого масштаба? Она охренительно огромная. А, получается тогда у нас. Блин, надо сейчас ее как-нибудь присобачить. Сейчас, погодите.
А, отражатель — это зенитная пушка, земля-воздух, понятно. Я думаю, чё, какого хрена она только кверху крепится? Такой, думаю, чё проблема, оказывается, вон она. Зараженный глаз Джека. Это, кстати, отсылка, по-моему, к другому ютуберу. Вроде как, зарубежному. Так, ладно, в общем-то, надо обратно машину собирать тогда. То я тут разбирал ее, надо теперь обратно собирать. Ну, в общем, как-то так, четвертый уровень ГСО мы выполнили, дальше еще можно качать, возможно, что-то еще интересное получу. Зенитная пушка, конечно, интересная штука, но не совсем мне понятно, нахрена она мне сейчас, так как какие-либо воздушные силы я еще не встречал. Ладно, надо забрать сейчас детальки все, которые тут валяются, и двигаться дальше. Мне еще тут рога упали, не знаю, куда мне этот аксессуар, но можно как бы им воспользоваться, да? Для чего-то, но не знаю для чего. Так, окей, поедем сейчас тогда выполнять задание Гео и Венчер. Венчеру почти прокачали уже до второго, совсем немножечко осталось. Очень хочется докачать. Ну что, будем потихоньку этим заниматься, видимо. Ну что, какая-то большая машина Гео нас ждет. Пойдем, что ей напинывать. Судя по всему, шпана. Окей. Ну, это типа такое. Опасности это для нас не представляет. А вот его маленький друг, вот этот, вот, который рядом едет с кучей пушек, мне очень даже не нравится. А та лазерная хрень, мне вообще на нее по барабану. Так, барьер бы сейчас не потерять, это самое главное. А то если сейчас барьер упадет, все, отлично, живы. Так, теперь остается только этот фиговину остановить и... А можно жить спокойно, судя по всему. Блин, я хочу у него столько резаков забрать. Надо в кабины ему попасть, они прям сверху. И все, вроде как мы их развалили, да? Шикарно! Так, и лицензия третьего левела. Шикарно, новые колеса, новые буры прибыли. И можно меня не шибануть только дропом, который прилетит. Воооо! Так, какие-то новые... О, это что такое? Так. А, вот дистанционный заряжатель. Вот это вообще прикольная штукенция. Надо их забрать и будет поставить. Вот, кстати, колеса, которые я бы тоже хотел себе, колесо здоровяк. Но это уже потом как-нибудь себе поставим. Сейчас надо забрать барахло все, которое здесь приплыло, приехало. А, кучу халявы, конечно. И, наконец-то, у нас лицензия нового левела. Надо пойти и зайти будет домой. Там можно будет взять новую штучку от Геокорпа, которую мне очень хочется себе поставить. Посмотреть, насколько она шикарная для нас будет. Мне кажется, будет прям реально офигенски. Так, это все забираем домой. И сейчас поедем на нашу торговую точку. А потом уже поедем выполнять следующее задание. Ящик с секретом. Кстати говоря, как раз таки задания венчуров мы с вами выполним. И будет уже... Второй левел у нас вроде как. Вижу пару кубиков, но забирать уже их не хочу. А влом, мне эти два кубика погоды не сделают, скажем так. Поэтому поехали домой. А вот мы и дома. Пойду сначала только бревна скину, которые насобирал. Но самое прикольное, что у нас всегда деньги печатаются. Так что теперь хотя бы с баблишком проблем у меня вроде как и не будет. Пока что чего-то очень дорогого не появилось в безумном огромном количестве. Такого нет, поэтому вроде как все хорошо. Ух ты, какая машинка там прилетела. Надо будет раздолбать обязательно. Так, ну что, по квестам у нас что-нибудь новенькое подъехало. О, прыжок по дуге с трамплина в два кольца. Офигеть, это будет жестко. Этот квест я не уверен, что смогу выполнить. Так, меня интересовала вот эта вещь тяжелая. Охренеть, сколько она стоит. Так, окей. И это мега ускоритель, как я понимаю, да? Судя по всему, это вот прям реально мега ускоритель. Текс, хочу его поставить, так как тебя развернуть, чтобы ты нормально стоял. Текс, сейчас, подождите, его надо по-другому поставить. Так, ну почти получилось поставить так, как я хочу. Давай, господи, сколько вариаций установки-то. Да мне простую банальную установку... О, блин, да, господи, она самая последняя была. Все, поставили. Кстати, интересно мне, чем больше сочных панелей, тем быстрее машина заряжается или нет? Мне показалось, что быстрее, но, может быть, на самом деле никакой разницы нет. Так, и вот это вот сюда. Вот это теперь мы можем недолго ускоряться. Но зато у меня есть еще один ускоритель, который стоил офигеть как дорого. Но я думаю, что он того стоит. Любой ускоритель офигенный. Кстати, индикатор зарядки все же у него есть, что также очень даже удобно.
Так, а что еще что-нибудь продается у меня у Гео новенького, прям мощного, интересного, что-то есть еще. Хочется посмотреть. А, так, блин, так где она? Дистанционных заряжателей надо будет купить, кстати, если они продаются. А потом с ними прикольно можно сделать зарядную базу такую. Насколько я помню. Так, вроде как больше ничего нет. Переработчики ресурсов меня не интересуют. О, вот что мне надо. Так, вот это я забираю, все штуки. Так, черная дыра мне еще одна пока вроде как не понадобится. Ускоритель есть. А, если бы был ускоритель, я бы его тоже прикупил. Но вроде как нету больше. Ладно, так, стационарные эти торговые станции давайте установлю. Так, друг за другом, сразу каждую из них можно прицепить вот таким вот боком образом. Затем, чтобы потом это все на базу отправить по-быстрому. Оп! Все, а, так, и окей, что, погнали тогда в область задания, чтобы венчур закончить. И плюс давайте отобьемся немножко, тут вот наприлетало всяких засранцев, которые меня не радуют, понятное дело. Ух ты, у него огромные колеса здоровяк есть, прикольно, я бы все их хотел, но не знаю, не раздолблю ли я его в кашу тогда, перед тем, как я доберусь до его сердцевины. Смотрите-ка, нет, колесико сохранилось, значит, клево. Так, эти вещи можно собрать. Кстати, это уже новые вещи приперлись, смотрите-ка, огромные блоки, огромное колесо. Чувак мне очень даже хорошо сыграл. Так, свою задачу он отыграл великолепно, принести мне новый шмоток. Так, тот куда-то уезжает от нас, не хочу с ним тогда драться. Поехали выполнять задание тогда у Венчур. Там найдем коробочку вроде как, там надо будет найти вроде как ящик с припасами. А, не так уж сложно, поэтому задание мы выполним. Легко, и второй уровень венчур нам должен быть уже обеспечен. Блин, офигенно, обожаю вот эти ускорители. Единственное, что ремонтное поле до него не достает, надо бы переделать немножко машину тогда, чтобы было прям идеально. Ящик с запчастями где-то здесь находится, за минуту надо будет его найти. Так, надеюсь, что сможем. Так, по идее, он должен быть где-то в середине, как обычно. А, обычно их именно туда и пихают. Так, странно, что чувачку вообще пофигу, он даже не пытается на меня как-либо напасть. Так, и где контейнер? Пока не вижу контейнер. А, вот он нашел, все на горе. Так, ну окей, не такая проблема. Хоть, конечно, я и не самая мобильная машина в этой игре, но заехать мы сможем через... вот... Да, блин, она еще не зарядилась все же. Так, я уже думал, что все зарядилось, можно дать старт мощный. И в чем я застрял вообще? Почему я не двигаюсь? Так... О, все поднажали, и контейнер ты мой, иди сюда, открываем все. Это вообще реально по барабану, надо его раздолбить за это, что-то он какой-то слишком расслабился, чувак, надо его накрыть за это арт-обстрелом. Он реально ему вообще пофигу, он, по-моему, спал, и тут я его накрыл артой своей. Так, и что, все готов, не знаю, я его дальше крошу, все, теперь точно готов. Так, виброклинок, пушечка, вот это что, это у нас, по-моему, бак с топливом, да? Так, если это он, то офигенно. Покажи мне информацию. Топливный бак. О, это вообще крутая штука. Она мне очень нужна. Блин, и венчур. Чуть-чуть не хватило экспы, чтобы докачаться. Эй. Так, ладно. Будем сейчас еще докачиваться пытаться. Надо найти еще хоть какие-то машины от венчур. Ух ты, собиратель мастер. 100 деревьев срубить. Ну, так-то несложно. Я уже, по идее, сотку деревьев нарубил. Че, поедем рубить деревья тогда? О, ящик с припасами. Давайте скатаемся, посмотрим. Может быть, еще ускоритель какой-нибудь найду. Ящик доставки, глянем, что в нем. Да, давай быстрее. Подъезжаем. Так, открывайся. Давай, я знаю, что сейчас враги. Стоп, а эти камни откуда высыпались вообще? Это враг, видимо, обронил сразу с неба. Так, хоп. Ну, это какие-то изикаточные чуваки приехали. Они даже ничего не успеют сделать, ничего не успеют понять даже, наверное, что их размотало по итогу. Так, и что у нас здесь? Оу, крылья прилетели. Ух ты, еще один ускоритель. Неплохо. Так, потихонечку я становлюсь все быстрее. О, это же этот, по-моему, да? Так, эту штуку я помню. Это у нас, по-моему, такой же дистанционный, только беспроводной заряжатель. Блин, а хорошие вещи упали. Реально годные. Так, забираем их с собой и поехали дальше рубить деревья пока. Что, другая торговая станция у нас уже рядом, давайте-ка глянем, что в ней можно найти. Мне кажется, что там тоже довольно интересный товар может появиться. И плюс деревья дорубить осталось совсем немного, тут как раз дофига, поэтому я сразу же здесь, наверное, и дорублю оставшуюся часть. Так, ну главное заехать сначала к трейдинг-стейшену, посмотреть, что уже они продают и что за квесты здесь есть.
Ух ты, а квестов довольно много, так берем все. Обнаружили неопознанную тепловую сигнатуру недалеко от вас, проверьте, но будьте осторожны, видимо, что-то там совсем интересное. Так, у, кстати, а, ладно, весь товар все равно давать не буду, что ты продаешь интересного? О, пушка-отражатель есть, о, указатель топлива, я то одну штуку такую посеял, и у меня больше их нет, надо бы докупить себе. Так, зенитная пушка мне не нужна, хоть, конечно, забавная тема, но что мне здесь делать, пока что мне непонятно. Может, вы мне подскажете, куда ее лучше будет использовать? Так, ускорители, кстати говоря, большой топливный бак, о, а, блин, второй уровень нужен. Ладно, тогда я этих куплю. Ускорялки мне все же нужны. Почему бы их себе не набрать побольше? Прикольная тема. Так, что-то есть еще какой-то товар, который можно с собой забрать? Я даже не знаю. Крыло мне пока не надо. Топливный бак не могу себе позволить. Все остальное вроде как у нас уже есть. Ладно, разобрались, взяли себе хоть какие-то прикольные детальки и погнали дальше. Доделаем квест уже на срубить деревья. А там уже можно что-то новое посмотреть, что у нас там осталось. Сейчас весь товар заберем, потому что сейчас там прилетят новые детальки от Гео. Понятное дело. Так, блин, офигенно. На ускорителях очень круто, конечно. Так, как мне их не хватало, капец. Так, задание собирателя выполнено. Так, вроде нас не нападают, поэтому можно подождать, куда прилетело. А вот и детали. Ух ты, это что такое? Так, стационарное СУУ. Что это такое? Так. Так, после установки запуска будет собирать ближайшие блоки, отправить их в другое измерение, вернуть их обратно через инвентарь. А, это типа черная дыра, только геокорповская, забавно. Так, что еще? Пила наша новая, вот это что? А платформа для парения, в смысле? О, так это летать можно будет? Или вейпить? Так, ладно, пока что установим, потом можно будет посмотреть. В общем, новые крутые детальки прилетели, которых у меня не было. Разрыватель какой-то появился. Третьего уровня, редкий. Для распределения пополам он может разрезать пополам планеты, да правильно, или планеты. Подключается к обычной розетке, да. Так все и работает. Обычно все разрезатели планет работают на розетке. Так, ладно, погнали тогда выполнять задание. Стоп, это выполните два кольца. Это сейчас я его выполняю? Нет, не надо. Так, банда грабителей, ящик с секретом. Вот мне он интересен, давайте за ним поедем. Вот он прямо здесь где-то находится. Ну, с таким количеством ускорителей, я думаю, быстро найду. Сундук, не думаю, такая уж, что это будет для нас большая проблема. Хотя фиг его знает, может, он где-нибудь неочевидно спрячет. Но я думаю, что мы его за это время найдем. А, тут просто кто-то охраняет. Ух ты, это кто такой? Это что? Это как раз из новой организации, ребята, по-моему, не? О, тут даже детали не соберешь. Блин, о, похоже, еще защищать приехали. Так, окей. Главное крошить быстрее. И это, кстати, ребята как раз из новой организации, которые мне были и нужны. У них очень прикольные детальки, и я очень хотел их... давно получить. Блин, но меня тут разнести могут таким образом. Так, надо избавляться скорее от этих ребят. У меня защитное ремонтное поле упало, поэтому, как сами видите, что происходит по итогу. Так, надо валить, короче, подальше от них. А то ничего хорошего сейчас не выйдет. Блин, они меня сзади обошли, это хреново. Так, все, нормально, они застряли. Так, сейчас я еще тут потеряю детали целую тонну. Это будет хреново, но что поделать. Они, кстати, очень бронированные. Смотрите, я их фигачу, а почти не наношу дэмэджа толком. Это довольно-таки необычно для меня. И 100 экспы за каждого дают. Так, о, лицензия хавков дали, офигеть. Так, поздравляю, хавк выдала вам лицензию категории 1. Эти блоки можно... О, наконец-то они у меня есть. Эти ребята, как я давно хотел их. Я все сколько играл, мне все время не мог их получить. Блин, у меня, конечно, этот фигачерей не слабо. Ну, что поделать, у меня ни ремонтного поля, ничего не было. Плюс они меня так объехали неудобно. Ну, фиг с ним. Главное, мы получили новые детальки. Это офигенно. Я так давно ждал деталей от хавков. Просто капец. Первый раз я до них дошел. Все до этого выходило обнома, когда первый раз они выходили. Эти детали хавков, я все их хотел найти, а их никак мне не давали. А вот тут наконец-то лицензия будет на этих ребят. Наконец-то, боже. Офигеть. Я очень рад, я очень рад, я очень рад, 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 рад. Ну что, ребята, поехали-то выполнять задание Венчур. Теперь еще и задание хавков будет. Надо будет уже сделать... Вот машину, которую бы реально хотел сделать из каких-то деталек, из деталек хавков. Но, блин, мне еще их так долго качать придется, чтобы наверняка получить самые офигенные детальки от этих ребят. Ну, что поделать. Так, надо бы зарядиться будет нам, а то у меня вся машина раздолбанная. Сейчас уже вроде как день, я могу зарядиться. Давайте зарядимся. Задание, кстати, от Гео. Ой, фу, от Гео, от хавков, вот оно. Так, что тебе надо? У меня так, мне и так машина отфигачили. Куда ты лезешь-то? Пошел нафиг. Я тут и так все свои ускорители потерял.
Ну, это того стоило, конечно. Я просто доволен тем, что все равно хавков получил. Так, теперь надо вылезти отсюда на своем мега-огромном друндулете и поехать выполнять следующий квест, который у нас как раз-таки для уже получения второго левела венчур. На этот раз должно хватить, поэтому мы сейчас его с вами получим. Так, остается только контейнер найти и не влезть в какую-нибудь другую неприятность. Пока что не хотелось бы, хоть, конечно, я уже восстановил всю энергию, но я все равно хочу сначала разобраться со всеми остальными делами. Так, тихо, только не разбейся, не перевернись там как-нибудь. Конечно, я понимаю, что если даже мы перевернемся, ничего страшного. Так, о, вторая лицензия, и пушка хорошая, кстати, эта пушка очень даже неплохая. Так, и новые детальки. О, топливный бак вернули, отлично, а то я его только потерял. Надо будет другое место поставить в этот раз, а то я в прошлый раз поставил их всех хреново. Поэтому мне их все отфигачили. Так, вот мне пушка, это интересно, она очень дорогая, насколько я помню, и весьма неплохо дамажит. Такс, и остальное все мы просто забираем через черную дыру. Надо заехать в прошлый магазин и купить себе обратно вещи, которые я потерял. Плюс там была вещь на вторую лицензию. Как раз таки я получил вторую лицензию венчера. Сейчас мы ее сходим и заберем. Ну тут скажу, достаточно интересные товары, даже с учетом того, что я не нашел то, что хотел, но, ребята, посмотрите, какие интересные вещички подъехали. Интересные гусеничные блоки всякие вот эти вот. Это я все возьму, блин, а то это хрен знает, когда еще снова появится, поэтому лучше нахватать себе побольше их. Так, может, улетят сейчас большая часть денег на это все, но мне очень нравится то, что мы видим. А, то, что можно с собой везти. Еще интересно, что на нашей базе появится по итогу. Ну, смотрите, какую машину можно из всего этого потом отбацать. Так, надо только это, чернодырье поставить свое, чтобы все у нас забралось. Ну, пока что меня дико радуют те вещи, которые мы с вами находим. Еще целая куча топливных баков новых. Сейчас можно будет так оборудовать себе точилу, что прям вообще офигенно. Платформы для парения, надо посмотреть, как нормально работают. Я их все возьму, грузовой блок огромный у нас удобный. Это круто. Сейчас возвращаемся тогда, враги слишком близко. В смысле, блин, близко? Ладно, к себе прицеплю. Поехали, а гонка на время, так возьмем. Надеюсь, что она только не рядом будет. Так, и погнали к себе домой тогда уже, пора домой. Мы в гостях, конечно, хорошо, но дома все же лучше. А вот и наша родная база. Так, сейчас надо от барахла избавиться, которое я с собой перевожу уже хрен знает сколько времени. Что-то у меня тут ресивер странно работает, а что он так встал? Там, откуда там переваренный уже ресурс? А поэтому все и встало. Забавно. Так, ладно, что, избавляемся от барахла, а потом смотрим, что можно в магазике нового взять. Мне это очень любопытно. И самое крутое, мы наконец-то купили себе огромные склады вот эти вот. Это очень удобно будет ими пользоваться. Очень надеюсь, что мы с ними сработаемся. Блин, надо теперь бабок обратно заработать дофига, а то мы очень много потратили на барахло. Но оно реально клевое, поэтому я не удержался и все же взял его. Денежки нас со временем еще придут. Не бы автокопатели, автошахтеры эти, блин, но что-то вечно они не продаются. Это так напрягается. Те самый быстрый способ разворачивать мою машину оказался через окно строительства. Так, все, бабки идут, отлично. Так, что у нас здесь? Собиратель мастер, все, берем задание. Так, пришло время получить крылья и научиться летать. Ух ты! А, мне дадут машину. Так, оставили летающую машину. Офигенно, у меня будет самолет, оказывается. Это меня радует. Так, стоп, сначала только посмотрим, что у нас по товарам. Ух ты, наводчик, радар-наводчик. Точно волнует. Отличный помощник при поиске противника. А я и так знаю, где противник. Это типа реально полезная штука или это для ботов хорошо? Так, платформа для парения, силач, еще есть две штуки. О, топливные баки, я, кстати, их возьму. Так, платформы для парения тоже возьму, пусть будут у нас. Я, правда, не знаю, зачем они нужны еще толком, но почему бы и не взять их, да? Так, и в чернодыре, пожалуйста, закиньте все это добро. Так, это мы потом с этим поработаем, понятное дело. Так, забирайте это. Так, пушечки пусть валяются, черную дыру надо вот эту только от своей избавиться. Так, забирай, черная дыра пусть летит в черную дыру. Так, и господи, сколько у нас тут квестов. Научиться летать, гонка на время. Так, вот летать мне интересно. Я, конечно, хотел бы это дело выполнить. Но на этом, наверное, ребята, серию будем заканчивать. Если она была вам интересна, ставьте лайки. В следующей серии мы с вами уже научимся летать. Сегодня мы получили офигенные лицензии. Также хавка открыли. И все остальные левелы у нас также поднялись. Следующая серия должна быть прям офигенной у нас, потому что я смогу открыть новые детальки и сделать всякие крутые новые штуки. А на этом, ребята, все. Лайки не забываем. Чем больше лайков, тем больше роликов выходит по Тератеку. Поэтому не жалейте их ставить.
Чем больше их, тем быстрее они выйдут, тем больше шанс того, что мы будем играть в нее до самого-самого последнего. Поэтому не скупитесь на лайки. Я думаю, вам не так трудно поставить палец вверх, чтобы я знал, что вам все это нравится, и чтобы ролик также продвигался, и мы могли делать все больше и больше по Терротеку. Я и так стараюсь сделать серии как можно интереснее. Поэтому надеюсь, вы это хоть как-то цените. Поэтому лайка можете поддержать. А на этом все. Всем удачи, всем пока. Подписки, колокольчики не забываем.